В Центре профессиональной подготовки имени Героя России Валерия Тинькова состоялась торжественная церемония приведения слушателей-курсантов к присяге сотрудника органов внутренних дел. Началось мероприятие с выноса государственного флага. Затем личный состав слушателей центра привели к присяге. В церемонии принимал участие начальник главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков. Товарищ генерал-лейтенант, майор Светлана Валерьевна Сурков, присягу принял. Для каждого сотрудника органов внутренних дел процедура приведения к присяге – важное событие, которое запомнится на всю жизнь. Теперь они поклялись соблюдать законы, достойно исполнять служебный долг и вести борьбу с преступностью. Пусть девиз органов внутренних дел, закрепленных в присяге, начертанный на знамя «Служим России, служим закону», навсегда останется вашим главным ориентиром на жизненном и служебном пути. Также собравшихся поздравили и произнесли напутственные слова представители руководства Ленинского округа. Желаю всем отлежно служить во благо Московской области и государства. С честью носить полицейские погоны, стоять на защите законных интересов граждан, быть непоколебимым в борьбе с преступностью, быть верным в своей присяге. Я желаю всем вам счастья, здоровья, успехов в вашей службе. Не забывайте, что Родина у нас одна, и мы ее защищаем, а вы самые главные защитники. Завершилось мероприятие торжественным маршем, после чего приведенные к присяге сотрудники могли пообщаться со своими родными и близкими. Сегодня мой внук принял присягу. Присягу на верность гражданам Российской Федерации. И я очень горжусь, что мой внук служит нашим гражданам, гражданам России. И я думаю, что наша Россия будет только процветать. Дмитрий Книга, Константин Брылов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.